Всех приветствую на своем канале. В этом видео я хочу показать, как подросли детки филодендрона Конго Оранж Мутейшн. Я в прошлых видео показывала этот филодендрон и рассказывала, что я купила пень с множествами детками. И вот я их рассадила, и что... Какой результат сейчас? Давайте посмотрим. Вот такая вот была деточка, самая крупненькая. Идет здесь новый листик. Интересно, какой он будет. Здесь варигатность вот такая вот есть, там небольшая вот оранжевая с зеленым. Сейчас покажу. Вот. Вот какая-то там варигатность оранжевая с зеленым. Но вот она плоховато просматривается. Ну вот есть. Это вот самая крупная была деточка. Так, вот здесь вот, вот такой вот. Вот здесь вот белые разводики есть. Здесь я прикусила крышку, закрывала, прикусила нечаянно. Подсох он там. Я его надрезал. Вот такой вот. Потом вот это вот пенечек. Здесь есть деточка вот сбоку с варигатными островочками. Это с пня. Так. Дальше вот такой вот оранжевый безо всего, но небольшие там полоски белые варигатные есть. Вот такой вот, скорее всего, будет вообще без варигатности. Он чисто оранжевый вышел. Тоже будет наблюдаться. Ну и вот пень, вот такой вот он. Вообще вот он очень сложно развивается. Я хотела его отсадить, но теперь я же уже его буду отсаживать после отпуска. Я сейчас уезжаю на, ну, через месяц, в общем. Тут сестра будет за ними смотреть. Я сейчас не хочу его отсаживать, потому что не могу не уследить за ним. И после отпуска посмотрю, в каком он состоянии будет. Он там деток пустил, но они все такие вот все светленькие еще. Конечно, надо его будет отсаживать. Чуть-чуть подрастет, лист выпустит. Там вот он, тут вот какой-то подпорченный, что ли, лист был. Он отломался у меня. В общем, вышел вот такой обломанный он. Или скрюченный, не знаю, я, короче, его подрезала. И там вот будет он выходить еще один. В общем, буду наблюдать за ним. Вот, что там дальше с ними будет. Что вырастет с ними, с них. Ну, вот здесь вот как бы варигатность был оранжевый с зелеными разводами. Но у него еще, у материнского фото, которое, у него должно быть оранжевый он, потом белые разводы вот такие, зеленый, оранжевый, белый. Вот, так, вот такая вот окраска должна быть. Вот такая. Ну, продолжаем наблюдение.